Она ни в чем не виновата. Я знаю, что говорю. Как Сабин? Я унял его боль примочкой из целебного настоя. А видеть он будет? Будет он видеть? Не будет. Зачем я отлучился? Война окончена. Мы хотим мира. Император хочет, чтобы здесь воцарился мир. Можете вы это понять? Вы все, я говорю обо всех вас. К тебе это не относится. Ты это все понимаешь. Понимаю, не понимаю, дело мое. Ты позвал, я пришел. Вот и все. Подожди-ка. Мы вместе работаем. Есть будем вместе. Ты тоже. Садись. Меня зовут Тиберий. А тебя? Андрада. Андрада. А я тебя буду звать Андра. Хорошо? Скажи мне, кто у вас там главный в горах? Я к своим людям наведаюсь. Я вернусь. Смелей. Ты же римлянин. Чего ждешь? Кто осудит победителя? Я в твоих руках. Чего ждешь? Я просто боюсь. Ты ведь грозишь смертью каждому, кто коснется тебя. Это мой дом. Пусть он будет и твоим. И не тревожься ни о чем.
Вот там начинается свободная Дакия. Это земли, на которых живут наши племена. Не ступала на них нога римлян и не ступит. А почему нам не пойти туда, дядюшка Джерола? Когда ты, властелин, подрастешь, мы пойдем туда. И все дакийские племена соберем вокруг тебя. Так будет. А пока что нам не следует уходить от римлян. Нам с ними нужно сквитаться. Почему не жжете костры? Мы должны остаться голодными. Я тебя ждала. Что ж ты ко мне не пришел? Я работаю. Слушай, Джерола здесь, недалеко. Пошли кого-нибудь, пусть его найдут. А ночью он подаст сигнал, и мы их всех уничтожим. Они не успеют проснуться. Нужно только, чтобы кто-нибудь нашел Джерола, а все остальное нетрудно. Ты понял? Но одного оставим в живых. Он вернется в Рим и все расскажет. Кого же оставим в живых? Тиберия. А почему его? Чтоб страдал. Чтоб мучился. Чтоб познал унижение. А мне-то казалось... Пусть тебе не кажется. Не забывай, зачем ты здесь. Изволь же делать все, что я тебе велю. Слушай, одноруки, это прямо чудо. Только в Риме можно увидеть нечто подобное. Уж ты мне верь. Да, ничего. Очень неплохо. Мы ведь давно поладили и с камнем, и с деревом. Вина! Всем вина! Тиберий, скажи ты мне, как ты видишь статую, а? Как ты ее видишь? Что как? Так? Или вот так? Вот так? И так, и вот так. Пошли. Или вот так? Ко мне домой. Так, а? Взгляни, как хорош форум, как прекрасна статуя. Да. Мы еще много прекрасного вместе построим. Построим. Да, дома, все построим. Дороги, ну да, построим. Мощные крепости. И все из камня на века. Сюда разобьем цветники, поставим фонтаны, акведуки. Нет, акведуки нет. Почему? Не люблю. Почему? Ну, ну ладно, ну, ладно. Не любишь, не будем строить акведуки. Не будем. Не будем, не будем. Не будем. Не будем. Не будем. Иди-ка сюда. Что такое акведуки? А, трубы, трубы для воды. Для воды? А, трубопроводы от источников, понимаешь? Не хочу. Для воды не хочу. Почему? Вино. Что, что, что вино? Вино. Виноградники. Вино. Всюду будут виноградники. А, окажи мне честь, удостой своим присутствием мое жилище.
Я уйду, а он останется. Пойду посмотрю, как там мои люди. Да, да, храм построен. Да, я выпил. Ты просто чудо, как хороша. Нет, меня не надо бояться. Я не сделаю больше ни одного шага, клянусь. Не думай, что солдат – это человек без совести. Нет. Я хорошо воспитан, кроме всего. Ты должна избрать человека, чье чувство грандиозно. И что еще важнее – постоянно. Полюби человека, который поклоняется тебе, для которого ты вся жизнь. Овидий. Но любовь это... А человек этот я. Ты только не бойся. Я люблю тебя. Нет, нет, я тебя не трону. Не прикоснусь. Сяду и буду сидеть. А вот в Риме женщины не давали мне прохода. Потому что я человек необыкновенный. Меня приманивали, влещали, рыдали и клялись любви, чтобы жениться. Вергилий. Нет, Овидий. Види. Ты только останься со мной. Я построю для тебя дворцы. Проложу дороги. Разобью сады с фонтанами, пальмами, апельсинами. Я все сделаю. Слушай, ты ничего не веришь. Ничего. Только не уходи. Можешь же ты остаться. Ты мне очень нужна. Останься в моем доме. Я разболтался. Теперь я буду молчать. Я ведь могу не говорить ни одного слова хоть 5 суток. Не злись на меня. И не оставляй меня. Одному здесь неприятно. Я уж, наверное, не выберусь отсюда. Потому что... так нужно. Должен строить дома, дороги.
Андра, ты всю ночь, ты провела всю ночь здесь. Извини меня. Пойдем. Не прикасайся, римлянин. Ненавижу. Ненавижу тебя, как всех вас. Ты хочешь, чтобы я скорее все забыла? Забыла, кто я? Ты бы разрешил мне делить с тобой твою ложе. Ну, а после отдал бы какому-нибудь солдату. Андре, я тебе не лгал вчера вечером. Уходи. Не надо оставаться, если не любишь. А уж раз ненавидишь, тем более. А вот это знак того, что я не боюсь умереть. Эй! Андрада! А ну-ка, помоги! Приказываю! Тебя там убьют. Джерула убьет. На колени перед властительницей. Все вместе попросим ее не покидать нас. Залог нашей жизни в тебе одной. Дочь моя, это земля наша, и мы не уйдем отсюда, здесь умрем. Но раньше мы построим много домов и дорог. Только так можно победить, оставаясь здесь. Я не умею строить, зачем я здесь? Трудно тебе, очень трудно будет. Но мы просим тебя, останься. Я согласна, встаньте. Ну и еще мы все построим себе такие дома, как у Тиберия. А потом акведуки. Акведуки? Да. Тиберий со мной спорил, но я его уговорил, акведуки будут всюду. Все, не могу на нее налюбоваться. Камень. Кто здесь был? Никого не было. Кто это был? Никто. Ветер.
Ночевать будем здесь. Покормить мне вас нечем. Я ничего не добыл. Ты голоден, мой властелин? Нет. А ну спать. А вот наши с вами враги спят себе в теплых домах и вполне сыты. Ладно, спите. Ну, пей. Только с тобой. Где меч? Где же меч? Какой меч? Зачем? То есть как зачем? Если будет сын, то первое, чего он должен коснуться, это твой меч. Не годится, чтобы муж слышал стоны. Уходите. Я только взгляну. Нельзя, нельзя, уходите. Уходите же. Никак вас не выпроводишь. Муж покричать. Они убрались. Разве я когда-нибудь кричала? Ну что же, вы остановились? Это ведь не он, а только его меч. Что будем делать? Ничего пока, будем ждать. Сам видишь, однорукого нет, застрял. Пошел наш старик навестить своего друга, вашего главного. Сыночка у него должен родиться. Ты чего лезешь? А? Я тебя спрашиваю! А ну прочь! Идите себе, работайте! Ты что накинулся? Тут кричать нечего. Никто не испугается. Разве тебя кто обидел? Идите, идите, работайте! Ему не нравится, что новорожденного матерью будет Дакийка. Отцом римлянин? Довольно! Уходите! Да. Я очень рад. Я страшно рад. Андрада моя, я тебе очень благодарен. Иди. Иди ко мне. Признаю его сыном. В нем моя кровь. Он гражданин и Рима, и Дакии. И он свободный человек. Властелин! Не хочу, не хочу. Ты должен понять. Я не могу больше. Он упрямо не преклонен. Ребенку дало римское имя Троян. И римлянином хочет воспитать. Мне велит обряжаться в римское платье. И говорит, что увезет меня в Рим. Не буду больше терпеть. Возьму ребенка и сбегу от него в горы. И если Джерол убьет меня, пускай. Ты можешь меня понять или нет? Я понимаю одно. То, что ты теперь мать. И что у твоего ребенка, кроме матери, есть отец. Я не разрешу отнять у твоего ребенка ни его мать, ни его отца.
Троян. Послушаем, что там в Риме. Марий Фортунат – человек умный и умелый рассказчик. Знаешь, что сегодня будет? Нашему городу даруется статус муниципия. Подними руку. Ты послала в подвал за вином? Да, послала. Ты еще не одета? Одета. Чем ты недовольна? Ничем. Правда? Кто же построил этот храм? Неужели действительно ты создатель этого храма? Я его строил так, как просил меня мой друг Тиберий. Ага. Ты будешь и впредь оказывать нам помощь? Если он снова попросит меня, да. С тех пор, как меня оставили здесь, на краю света, я все пытался и сейчас пытаюсь быть не тем, что раньше. Ну, не только солдатом, а и когда я повстречался с тобой, то в ослеплении думал, что... Но нет. Ты хороший человек, отважный, добрый, мужественный. Я это ценю. Довольно, Троян. Брось свою трубу. Ты мешаешь отцу. Я не перестал быть одиноким. Иди сюда, поближе ко мне. Удивительно. За все годы ты о себе ни разу ничего не рассказала. Ну, а что нужно рассказывать? Я ведь не ушла. Это главное. И этого довольна? Не знаю. Но остальное тебя не касается. Андрада, я догадываюсь, у тебя был муж или возлюбленный. И он нам не дает покоя. Он выслеживает нас, он убивает моих солдат. Он меня довел до того, что я о нем думаю днем и ночью. Ты боишься его? Нет. Но день, когда я его схвачу, будет для него последним. И уж язык развязать я его заставлю. Тиберий, ты ничего не узнаешь. Тебе это не дано. Никто не может постичь того, что ему не дано. И никто не может получить того, что ему не предназначено. Иди, сенатор ждет. Приветствую тебя, Тиберий. Император повелевает, чтобы этот город, юное творение нашего ума и наших рук, отныне пользовался правом самоуправления. Он будет вечно стоять здесь, на окраине империи, как бастион римского владычества, как наш форпост. Ему даруется статус муниципия. Да.
Не забудут нас. Скоро снова нас услышат. Еще как услышат. Готовы? Готовы! Идем в горы. Молодец, ты меня победил. Будешь хорошо учиться, возьму с собой на охоту. Вернулся обоз. Тот, который вчера в Рим отправился. Почему же он вернулся? Отец, я хочу с тобой! Стой, стой, тебе нельзя. С нами будет то же самое. Поднимите его. Давай вместе. С нами будет то же самое. Быстрее, нужно увести его отсюда. Постой-ка, послушай. Они тебе велели передать, что если римляне все до одного не покинут Дакию, то будут перебиты один за другим. Откуда они узнали про обоз? Откуда? Ты спрашиваешь, откуда? Ты, который впустил их в наше жилище, в нашу крепость. Взгляни на них. Ты ведь их любишь. Разве мы не живем, как они? Разве не едим, как они? Разве не носим их одежду? Так кто же победил, ты мне скажи? Мы их или они? Замолчи! Выступаем сегодня. Убийцы будут схвачены. Или я прикончу вас всех и себя заодно. Уходи, Андрада. Пойди посмотри, что сделали твои дикари. А ведь ты как была, так и осталась на их стороне. Как они узнали про обоз? Не из моего ли дома получили весть? Не знаю. Мы все оставили. Всего лишились домов, семей. Мы заехали на край света и живем здесь, папочка, окруженные ты дикарями. Куда убирайся с глаз! Чего ты ругаешься? Дикарь, вот ты кто! Дикарь! Как ты посмел? Ты с кем разговариваешь? Тиберий! Андрада, я клянусь, что или сложу голову, или кину тебе под ноги голову того человека. Не посчитаю, что он тебе не чужой. А брат он... Или муж твой, мне все равно. Ты мой муж. У меня другого не будет. И я хочу, чтобы ты помнил это. Дорогие вы мои, сыновья мои, отважные мои, и ты мой царь. Как я ждал, если бы вы знали. Я чуть был не лопнул с засады, что отпустил вас от них. Но надо было. Надо было дать вам почувствовать себя мужчинами. Мы их выследили. Напали на обоз и перебили конвой. Одного отпустили. Через горы вел их... Однорукий дакиец. Я убила его. Вот что не везли в Рим. Дорогие мои, сумели, смогли, победили. Давайте веселиться. Чего же вы? Чего не танцуете? Не умеем. Вот жалость. Дорогие мои, я вас буду учить. Начнем завтра же. Ну, а пить вы научились? Да. Тогда будем пить. Кто вы теперь? Вы настоящие воины! Отец еще не вернулся? Нет. Спи. Не хочу спать. Расскажи что-нибудь. Про что, сынок? Про великого царя Децибала. Ты сейчас можешь громко говорить, отца же дома нет. Я, пожалуй, расскажу тебе что-нибудь другое. Хочу про Децибала. Жил-был на свете великий. Мудрый, сильный, добрый царь.
И он был сыном Скорилы. Его звали Децибал. Враги боялись даже его имени. А кто его враги? Много их у него было. Децибал был очень справедлив. И он перед смертью... Кто его убил? Это в следующий раз. Спи. Кто его убил? Кто его убил, мама? Довольно. Спи. Знаю, ты вожак, и поэтому обращаюсь к тебе. Все эти годы ты следовал за нами. Словно дух, словно тень. Ты не давал мне покоя. Ты проливал кровь моих людей. Ты, чей народ проиграл сражение, потому что боги за нас. Ты вырастил этих юнцов нашими врагами. А чему ты их научил? Что они умеют? Дома строить? Дороги? Ты научил их быть счастливыми? Ты им внушил, что мир — это благо? Нет. Зато ты научил их убивать нас. Но мы здесь, и это навсегда. Или мы отныне будем жить вместе, или уничтожим друг друга. А может, нас истребят другие. Но сейчас мы здесь хозяева. Ты и твои люди в наших руках. Ведь если я только подам знак, наши копья продырявят вас. Ну, что ты на это возразишь? Так вот, послушай. Я не причиню вам зла. И мы примем тебя в нашем городе, если ты захочешь прийти. Тебя и твоих воинов. Но вздумай ты теперь убить хоть одного из наших. Ты обречен. Я тебя разыщу, где бы ты ни скрывался, хоть под землей. Ты слышишь? Даже если мне придется перерыть всю Дакию, я тебя найду. Я все сказал. Решай. Я думаю, ты понимаешь, мне было очень трудно не подать знак. По Фламеневой дороге идут доблестные воины. Они на ходу поют и перекидываются шутками друг с другом. Им уже хорошо виден Капитолий. Кто вы? Кто вы, дети? Вы граждане Рима. Наступит срок, я увезу вас в Рим, наипрекраснейший из городов. Когда я закрываю глаза, да, когда я закрываю глаза, мне представляется, что я на Аппиевой дороге,
Я слышу, как вокруг меня шумят кипарисы. Я чувствую теплый запах жилья. Я вижу высокое небо. Высокое и ясное все в звездах. И на землю льется свет луны. Свалился бы в воду, если бы я тебя не разбудил. Я тебя туда швырну. Ну и что? А я вылезу и как дам по башке камнем. Я тебя что-то не знаю. Как тебя зовут? Джарула. А хочешь пойти со мной в наш город? Я тебя отведу в бане. Тебе надо помыться, ты какой-то чумазый. Какой у тебя интересный меч? Отдай его мне. Когда я вырасту, у меня будет большой-пребольшой меч. Я научусь им владеть, как великий царь Децибал. Как тебя зовут? Трояна, что? Чей ты? Отца моего зовут Тиберий, Ульпий, Цезиан. Он у нас в крепости самый главный. А мама кто? Моя мама? Ее зовут Андра. Она дакийка. Но теперь она римлянка. Мы все римляне. Дяденька, как ты сказал, тебя зовут? Ты мне поймаешь форель, а то я не хочу возвращаться с пустыми руками. Уж постараюсь для тебя. Вы написали цифру 9? Да. Теперь пишите цифру 10. Ну что, готово? Да. Обедать пора. Иду, Зия. Сегодня, дети, вы хорошо себя вели. Я доволен. Теперь отдыхайте. Что тут изображено на этих фресках? Вот здесь наша битва с даками за Сармизагетузу, их столицу. А вот тут, это уже после победы. Войнам конец, настал мир. Римляне вместе с даками перед форумом. Да-да, стоит мне прикрыть глаза, как я... Мама! Наконец явился. Откуда это? Мне один дядя подарил, я забыл, как его зовут. Он мне поймал форель, видишь? И знаешь, у него такой кривой меч, кривой и длинный. У тебя совсем не такой, как у него. Он тебе велел передать... Мам, дай мне поесть. Что он велел передать? Что еще кто-то умрет. И чтоб ты к этому был готов. Варвары. Сколько их? Много. Очень много. Что же делать? Отправь гонцов в колонию Ульпию. Пусть немедленно шлют подкрепление. Thank you.
Так ты хочешь идти вместе с нами на римлян? А что попросишь за это? Отвечай. Отвечай! Великий вождь, я покажу вам самый короткий путь. Что ты хочешь за это? Ты отдашь в мои руки начальника их крепости. Сколько у тебя воинов? Неважно сколько. Драться не умеют, я их обучал. А сам-то ты умеешь драться? Эй, ты. Испытай его. Я бьюсь как римлянин. Я изучил все их приемы. А вот. Отрубить ему голову и как можно скорее. Не тебе, ему. Он меня срамил. Верно, драться умеешь. Приводи своих людей, буду ждать. Их главного я тебе отдаю. Можешь делать с ним что хочешь. После боя уйдете отсюда. Все! Все до одного. Мне нравится этот край. Понравится он и нашему властелину. Хорошие места для кочевья. Послушай, летом здесь как? Хорошие пастбища, богатые, да? Кто еще говорит нет? Я буду на стороне римлян. Вы поняли? Я вас выучил. За отца вам был все эти годы. Неужели не понимаете, что мне легче было издохнуть, чем велеть то, что я велю? Неужели вы не знаете, что не было такой ночи, когда бы я не обдумывал, как лучше отомстить за голову и правую руку царя моего? Если сегодня, я говорю, вам нужно биться на стороне врагов римлян, вы отвечаете нет? В седло, мои сыновья. А то будет поздно. Не раздумывайте дольше. Поверьте мне, нам пора выступать. Седло! Седло! Или вы хотите, чтобы варвары захватили нашу землю? Седло! Все будет, как велишь, Джарула. Веди нас в бой. Да, будем биться. Да так, чтобы варвары поняли, кто мы. Ведите Бастуса! Своей подлости, как взбесившийся пес, я укусил руку. С
Спасибо, Джарула. Нет, я не убью тебя. Иди на все четыре стороны. За что? За голову и правую руку моего царя.
Не плачу. Твой отец был отважным воином. И эту битву он выиграл. Теперь он к богам вознесся. И ему там хорошо. Еще немножко подрастешь, тоже будешь воином. Я обучу тебя ратному делу. Нам придется много воевать. Тебе, твоим детям, детям твоих детей. Потому что за свою землю надо драться. Ты плачешь? Не плачу.